Здравствуйте. Здравствуйте. А у нас как раз каша готова. Проходите. А это наши две подружки-веселушки. Это у нас Бесси, а это у нас Джесси. На передержке у нас? Да, это девчонки у нас на передержке. Их принесли в сад усыплять. Ну, как же можно усыпить таких замечательных девочек? Мы пытаемся найти им самых-самых лучших хозяев. Для нас этот день начался со знакомства с Ларисой Кондратьевой. Она волонтер. Каждую неделю утро выходного дня для нее начинается с готовки. Каша или макароны и обязательно с мясом. В самый обычный день мы обязательно приходим, мы приносим 4 ведра больших воды. Это самое первое, что нужно сделать. Чистим каждый вольер, кормим каждую собаку, выгуливаем каждую собаку. Это работа ежедневная. Всем привет! Вы смотрите программу «Павел» и его команда. И сегодня мы в Могилеве. Кстати, это самый ушастый, самый хвостатый и самый мимимишный выпуск. Сегодня мы приехали на субботник в вольеры Могилевского общества защиты животных. Работы будет очень много. Безумно много. Приступаем. Это вольеры общества защиты животных «Доброе сердце». Сюда собаки попадают с улиц. Иногда их отдают волонтерам сами хозяева. Здесь животные в безопасности, однако и этот дом лишь временный. Сменить статус собак с бездомного на домашний – главная задача волонтеров. Расскажите, выгулить собаку – это ведь тоже работа? Наверное, важная работа. Очень важная работа для того, чтобы нужно найти контакт с животным. Нужно безумно любить животных и понимать, что у животных есть душа и сердце. Они также чувствуют людей, чувствуют любовь, чувствуют боль, чувствуют предательство, когда многих животных предают. И многие люди оставляют, потом они оказываются бездомными. И хорошо, что в этой жизни есть люди, есть место, есть люди, которые пытаются спасти, найти новый дом. Сегодня в обществе защиты бездомных животных работают 12 постоянных волонтеров. Состав женский, и выполнять тяжелую работу не всегда получается, и поэтому мы здесь. И да, сегодня у нас самая брутальная команда за всю историю нашей программы. Частью команды стали байкеры из клуба Road Dogs, в переводе «Псы дорог». Большой клуб, объединивший мотоциклистов со всей Беларуси. Огромное спасибо, что вы сегодня к нам приехали. Помощь нам нужна, нужна всегда. Я надеюсь, что не последний раз мы сегодня видимся. Фронт работ таков. Нам надо отремонтировать площадку для выгула, турники, потому что, ну, животные наши, вы видите, какие, да, вот, типование. Они ломают и доски ломают, и турники сами ломают. Нам надо отремонтировать сетки в вольерах, двери в вольерах. Вот. И обрезать нашу необрезную доску для того, чтобы потом мы могли делать полы в зимниках. Павел и его команда приехали на субботник в вольеры Могилевского общества защиты животных. Мы убираем в вольерах и приступили к сварочным работам. Не обошли вниманием и хвостато-ушастое сообщество. Волонтеры с удовольствием выгуливают собак. А еще впереди нас ждет необычная фотосессия. Не переключайтесь. Пишем.
Слышь, он серьезно грызется. Это, кстати, Ваня, самый гиперактивный пес. Это самая звезда сегодня. Судьба Вани, как и многих здешних обитателей, непростая. Год назад он попал в руки волонтеров, которые смогли найти ему дом. Но спустя несколько месяцев Ваня снова оказался на улице. Теперь Собакин ищет хозяина и уютное жилище. Этот пес однозначно не даст вам хандрить. Присмотритесь к этому заводному моторчику, и будет вам счастье. Ну, да, Ванька. Наверное, подошел бы спокойный хозяин, который да. не умиротворял его. Потому что Ванька совершенно... Ваня. Ваня. Ну да. Лошадь. Ваня, впусти руку. Тем временем волонтеры приступили к санитарной обработке вольеров. Как мы впоследствии убедились, это очень важный этап. Это не просто влажная уборка, это уборка с средством, потому что когда каждый день мы приходим, убираем вольеры, у нас нет возможности, ну, тщательно их мыть. Мы только пропитаем, и у нас происходит только сухая уборка. А почему все-таки так важно это делать? Ну, можно же просто взять, подмести и... Нет, это очень важно, потому что если у нас заболеет одна собака, от нее будут заразиться все остальные, а это уже целая эпидемия. Это совсем-совсем сложно. Соответственно, идут и лекарства, и медикаменты. И расходы, и это вообще угрожает их жизни. Это что, гораздо важнее. Можно инфекцию гигиены какой-то обязательно. Потому что иногда, когда ездишь во время обычных дней, не успеваешь все помыть, берешь новые. Те, которые собаки запачкали, они тоже моются. Но это каждый день. Эти моют все полностью. Потом холодильник, в котором они хранятся, моют их вместе. Потому что, к сожалению, здесь и мыши, и крысы. И мышки, и крысы есть. Да, на еду прибегают, наверное. Ну, на еду собак же в открытом доступе едят. То есть, естественно, что они прибегают. Хотя мы стараемся все хранить в специальных бочках закрытых. В вольерах общества защиты животных работы много всегда. Вот, например, площадка для выгула собак. Эта локация давно требовала ремонта. Но женщинам из доброго сердца не по силам ее отремонтировать самостоятельно. Впрочем, сегодня работа спорится, ведь на наш субботник приехал целый мотоклуб. Вместо того, чтобы мчаться вот в сторону Гомеля, вот вы сегодня с собаками пилите, режете. Ну да, прибиваем, полируем. Да. Все верно, ну, резюмирую. Конечно, нет, понимаете, такое дело необходимо делать. Поэтому я считаю, это более важное, чем прокатиться. Просто как бы. Я думаю, здесь мы тоже получили немалое удовольствие. Все-таки физический труд, он облагораживает. А тем более, когда дело такое нужное. Я думаю, хорошо, что мы все-таки приехали сюда. Илья Заболотников. В клубе Road Dogs известен под позывным Ильич. На субботник приехал из Витебска. Наши могилевские парни позвали поучаствовать в таком благотворительном мероприятии. Вот, хорошее дело. Помочь, значит, питомнику для бездомных собак. Ну, вот. Ну, чем можем, тем поможем. Руками, материалами. По мелочи, конечно, это все... Не сложно совершенно, и, ну, для нас это первый раз такое, в общем-то, наверное, в голову даже не приходило, что так можно, ну, люди обратились, мы откликнулись. Многие же, они когда-то были чьи-то, да, были хозяева когда-то, ну, так получилось, вот они остались на улице. Конечно, это нехорошо, это предательство своего друга, я так назову, да, потому что все знают, насколько собаки преданы людям, особенно, ну, дворняшки вот эти вот, они умнее многих породистых псов. Вот. И я по себе знаю, насколько это, ну, трогательно, когда собака, она тебя ждет, там, да, любит, помнит, ценит. Сила нужна не только самому, но и чтобы помогать слабым. Уже более 10 лет весь мир восхищается американскими байкерами из организации Rescue Inc.
Брутальные мотоциклисты, многие из которых раньше принадлежали ко всемирно известным мафиозным кланам. Теперь о бывших членах бандитских группировок говорят с восторгом люди в разных странах. У них миллионы поклонников, и дети хотят им подражать. Они забирали животных с улиц, отбирали их у хозяев, которые жестоко с ними обращались. Основной фишкой деятельности необычной организации стало то, что эти мужчины вырывались на собачьи бои, ломали ринги и забирали из раненых собак. Слава о Rescue Inc. распространилась по всей Америке. Об этой организации канал National Geographic снял документальный сериал. Кроме того, основатели байкерской зоозащитной банды написали книгу Rescue Inc. «Крутые ребята и миссия спасения животных». Павел и его команда приехали на субботник в вольеры Могилевского общества защиты животных. Мы уже убрали в вольерах и провели санитарную обработку. В работу включились байкеры из клуба Road Dogs. Хвостатое ушастое сообщество с восторгом встретило волонтеров и прямо сейчас готовится к фотосессии. Нам осталось переварить двери в вольерах и поменять полы в зимниках. Прямо сейчас мы отправляемся в столярный цех. Помочь братьям нашим меньшим, как бы, то есть долг, наверное, каждого человека, потому что люди приручают животных, потом их бросают, как бы, то есть, ну, неправильно. У вас есть собачка? Кот. Да. Добрее, наверное, любви надо, чтобы больше люди проявляли. Как-то злые все стали. Все на деньгах помешаны, бегут куда-то, спешат без оглядки. Сейчас волонтеры ремонтируют двери в вольерах, и это важно, ведь через хлипкие двери собакевичи запросто могут сбежать, и их дальнейшая судьба неизвестна. Помогать надо всегда. Если не будем помогать ни друзьям, ни близким нашим, ни друзьям меньшим, ни животным всяким, то ну, смысла в жизни нет, наверное, никакого. Время продолжить знакомство с четвероногими друзьями. Мы уже пообщались с Ваней. На очереди Машка. Эту собачку зовут Машка. Мы ее недавно так назвали. История очень неприятная. Хозяева выгнали собаку за то, что она линяла. Так она оказалась здесь. Надеемся, что в скором будущем она найдет дом. Иди сюда, посмотрите на эту зайчку. Маша! Как нам показалось из нашего короткого знакомства, Машка – собака лидер и охранник. Несмотря на свои сравнительно небольшие размеры, быстро адаптируется в новых условиях, очень коммуникабельная, готова в припрыжку идти за хозяином хоть на край света. Мы с тобой такое делаем, что собак кладем, смякаем. Наверное, это сегодня самая классная у нас работа, которую мы делали на нашем проекте. Именно поэтому часть подопечных отправляется на косметические процедуры к волонтерам, вооружившимся чесалками. Процедура приятная и полезная. Летом собаки активно линяют. Как узнала субботники? Благодаря тебе, в принципе, и узнала субботники. Я сидел там, что мониторил соцсети и опросы на объявление, что вот такой субботник будет проходить. Скажу честно, я даже не знал, что у нас в Могилеве есть такой вольер. Я бы на него уже пришел бы, играл бы с собаками, потому что это действительно доброе дело. Павел и его команда приехали на субботник в вольеры Могилевского общества защиты животных. В работу включились строители, шоумены, журналисты, а также байкеры из клуба Road Dogs. Мы уже убрали в вольерах и провели санитарную обработку. Переварили двери и поменяли полы в зимниках. И прямо сейчас мы отправляемся на фотосессию. А это, пожалуй, самая приятная часть нашего субботника – профессиональная фотосессия.
Хорошие фотографии, как показывает практика, помогают животным быстрее найти дом и любящих хозяев. Подтверждение тому недавний фотопроект, участниками которого стали известные люди Могилева и бездомные животные. Результат своеобразного фотоэксперимента поистине впечатляет. 80% четвероногих моделей успешно нашли постоянные дома. Расскажите, пожалуйста, нам, как все-таки подходить к собаке? Как организовывать подобную фотосессию? Это ведь не человек. Ну да. Надо вначале подружиться с псом. Вначале приходишь, с ним общаешься, разговариваешь, гладишь. Но потом уже пробуешь снимать его одного, с кем-то в помощи. Показать характер собаки. Понаблюдать за ней, посмотреть, как она себя ведет, найти ее любимые какие-то игры. И в этот момент ее снимать. Это самое главное, показать собаку, какая она есть на самом деле, настоящая. Присмотритесь к этим собакам. Возможно, среди них есть и ваш будущий друг. А дружба, как известно, бесценна. Если решитесь завести свое хвостато-усатое счастье, отправляйтесь в спецавтопредприятие по адресу город Могилев, Гомельское шоссе, 58А. Наш субботник закончился, мы сделали все, что запланировали, и даже чуть-чуть больше. Наступает самая приятная часть – время обнимашек. Сейчас ты не отпустишь никого. От всех нас и от наших собакиных хотим сказать огромное-преогромное спасибо всей команде «Могилев-4», которая уже вот сколько лет с нами сотрудничает, приезжает в САП. Несмотря ни на какую погоду, я помню, Павел приехал первый раз, к нам дождь шел со снегом, погода такая мерзопакостная была. Благодаря вам, благодаря команде, такой дружной, слаженной команде, многие могилевчане о нас узнают. И вот сегодняшний субботник тому подтверждение, потому что, знаю, благодаря Катерине и Павлу сегодня байкеры были у нас. Вот. Огромное им спасибо, и мы надеемся, что это не последний субботник, не последний день сотрудничества, что будем и дальше, и дальше, и дальше работать вместе. Сделали много. То есть это довольно хорошее дело сделали, потому что так, ребята, которые здесь волонтеры, а в основном девушки, поэтому физических сил у них практически нету, кто бы им еще помог. Поэтому я думаю, да, сделали многое. Поработать приятно, тем более в хорошей компании. Но лучше, конечно, чтобы не надо было сюда приезжать, чтобы клетки были пустые и помощь наша не требовалась. Скажем так, день прошел не зря. Сделали по максимальному все, что в плане могли. Вот. Морально, скажем так, отдохнули. С собаками погуляли. Пожелание-то самое большое будет, чтобы больше помощи со стороны было. Чтобы они не одни были, чтобы их больше поддерживали. Я думаю, больше таких акций им делать, чтобы привлекать больше народа. Сотый раз повторимся, маленькой помощи не бывает. В данном случае понятие «спасти» – это целая цепочка действий, где один может и хочет распространять нужную информацию, другой лечит попавших в беду животных, третий просто находит время для общения с ними. И такая цепочка добрых дел не прервется, если звенья в ней, а именно люди, готовы отдавать часть себя во благо других. И собачий субботник – хорошее тому подтверждение. Вы смотрели программу «Павел и его команда». Встретимся ровно через 2 недели. Любите братьев наших меньших. Да? Сладко.